Я Юра. Всем привет. Я расскажу про наш проект. Произучается визуализация дереокоммитов. И с самого начала я решил взять пока за рога и рассказать вам про самую тяжелую таску, которая была у нас на проекте. Вы видите только одну картинку на нашем сайте. И мы вложили в нее около 4 часов труда. Собственно, вы можете наслаждаться ее красотой. Плюс к тому, такой киллер-фич, вы получаете еще очень большой набор интересных вещей. Во-первых, вы можете брать любой доступный гид-репозиторий и генерить видео, которое покажет вам, как развивался этот репозиторий, как изменялись файлы, кто их изменял. Собственно, получается очень интересная вещь в плане того, что можно посмотреть не только что-то вроде лога, в котором видно только кто, когда и где изменял эти файлы. Ну, и лог получается там, не знаю, сотни тысяч строк для любого среднего проекта. А тут вы видите что-то более-менее адекватное, где вы можете что-то там, не знаю, увидеть, предсказать. Вы можете понять, где что не так, что часто менялось, что не так менялось, что можно изменить. В общем, я считаю, что это может быть очень интересной штукой. Плюс к тому, мы использовали Couchbase, и приложение вышло достаточно высоконагруженным, потому что, конечно, нужно как-то эти видяшки, которые генерятся, их нужно, во-первых, сгенерить, во-вторых, их нужно закэшировать где-то. Собственно, вы сейчас видите закэшированные видяшки, поэтому они так быстро играются. Можно точно так же любой абсолютно гид-репозиторий вбить туда. Это безумие какое-то. Так вот. Собственно, можно вбить абсолютно любой гид-репозиторий, он будет доступен абсолютно, не сразу, скажем, секунд через 40 вы сможете видеть какой-то уже отклик и смотреть видео. Чем этот проект еще может быть хорош? Он может быть хорош тем, что менеджеры наряду с оценкой проектов при помощи SVN, не знаю, при помощи Jira, там, таски или чего-то другого, смогут увидеть это просто как наглядную картинку, ну или просто, скажем, поразвлечься, просто посмотреть на то, что как-то происходило. Вот. Наш проект называется Bloom, и он показывает, что проекты тоже могут цвести как цветы. Вот. Все, собственно, я не хочу кого-то задерживать, и мне кажется, скоро нужно переходить к автопати. Автопати уже скоро. Может быть проекты? Может быть есть какие-то вопросы? Transparent Asset и следующий готовится долг. Может быть какие-то вопросы? Технологии Ruby on Rails, CouchDB, понятно, CouchBase. Короче, но остальное как бы по дефолту везде так было. По технологиям добавлю AWS. У нас Large Instance Coding был, его, в принципе, даже не хватило там. Так что я не знаю, какие сервера нужны для такого проекта. Походу, очень много.